студент группы АИ-182 Грибков Дмитрий, курсовая работа. Здесь у нас объявляется целочисленная переменная для нашего заполнения бака для отслеживания уровня воды и последующего опустошения. Здесь объявляются наши войды. Config и delay. Здесь как раз два войда, было указано видео delay и timing delay decrement. В обработчике прерывания системы мы вызываем нашу функцию. В main h мы объявляем ее как экспортируемую функцию. Здесь мы устанавливаем, то есть очищаем экран, устанавливаем размер шрифта нашей подписи и шрифт нашей подписи и, собственно, нашу подпись. Здесь рисуем границы нашего бака. И внутреннюю бака, которая будет заполняться. Дальше в самом цикле через переменную level отслеживаем уровень воды и заполняем, соответственно, задержку в 100 миллисекунд. Для того, чтобы отслеживать заполнение и опустошение бака, когда он заполняется и опустошается, переключается лампочка, то есть включается одна, выключается другая.